Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Надеюсь, у вас сегодня хороший день. В проекте Magicraft мы запустили минтинг Genesis коллекции, поэтому не забудьте присоединиться и получить свой NFT. Подпишитесь на канал, где уже 74 тысячи подписчиков, поставьте лайк. Ссылка на проект Magicraft есть в описании под этим видео. Мы сегодня посмотрим на биткоин, посмотрим на эфир, и я также покажу вам свои сделки. Ну и давайте прямо сейчас перейдем к техническому анализу. Весь день у меня были бычьи настроение по биткоину. И, в принципе, посмотрим, был ли я прав в данной ситуации. Перейдем на 4-часовой таймфрейм. Сквиз-моментум в зеленой зоне. Стохастик направляется вверх. Сквиз-моментум, как я уже сказал, в зеленой зоне. И что у нас еще есть? RSI также направляется вверх. Ну что, на 4-часовом бычья картина. Я, как вы знаете, сижу в лонге по биткоину. Вот моя сделка, которую я открыл на уровне 29 459 долларов. Стоп-лосс на 27400 и тейк-профит на 34 460 долларов. Почему я решил зайти в лонг? Потому что, мне кажется, здесь формируется перевернутая голова с плечами. Плечо, голова, плечо. И я думаю, что дальше мы пойдем вверх, и цель будет здесь примерно 35 тысяч долларов. Давайте сейчас более внятно прорисуем эту голову с плечами. Я, правда, в прошлом видео это уже показывал. Но повторение, мать учения. Вот это плечо. Голова. И правое плечо. И вот если биткоин пробьется линию шеи, то какая будет цель? Мы можем ее померить от основания головы. Давайте сейчас это и сделаем. Померяем, куда нас приведет это расстояние. Ну, примерно на 34 тысячи долларов. Давайте посмотрим на ленту скользящих средних. Биткоин зашел в ленту. И посмотрим, оттолкнется ли он или пойдет выше. Биткоин очень часто отталкивается от ленты. Я не исключаю, что такое произойдет и в этот раз. По профилю объемов мы видим очень большое сопротивление на уровне 31 тысячи долларов. Криптогуру-бот все еще дает сигнал на продажу. Биткоин-индикатор-бот дает сигнал на покупку. Давайте посмотрим на часовом. Здесь стохастик направляется вверх. Что у нас RSI? RSI также направляется вверх. Сквиз-моментум в зеленой зоне. Ну, единственное, что меня смущает, все-таки недостаточно объемов для роста. Но посмотрим, как оно пойдет дальше. Я покажу вам свои сделки, но прежде напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. Если вы зарегистрируетесь на бирже Bybit, вы можете получить бонус 4600 долларов после того, как зарегистрируетесь и начнете торговать и заведете на бирже биткоин. Ну и давайте перейдем на мой торговый аккаунт на Bybit. Здесь у меня 198 650 долларов сейчас. И как у меня распределен этот актив, BUSD 79 600 долларов, BIT на 45 760 долларов, биткоин, который стоит сейчас 30 тысяч, и CRV на 27 160 долларов. Это моя сделка текущая в лонг по биткоину, она сейчас в плюсе, 338 долларов. Я заводил сделку 3000 долларов с пятым плечом, общий объем 15 тысяч долларов. Ну а теперь давайте посмотрим на эфир. Хотя вы знаете, я подумываю о том, чтобы еще зайти в лонг по биткоину, зайти на текущих уровнях, тейк-профит поставить на 33 880 долларов, стоп-лосс поставить на 26 200 долларов. Нет, возможно, стоп-лосс можно все-таки переместить на 27 740 долларов. И вот такую сделку я, наверное, сегодня открою. Стоп-лосс 27 740, тейк-профит 33 880. Хотя, может быть, еще и выше. Вот здесь, наверное, на 34 600. Ну а теперь давайте посмотрим на эфир и затем перейдем к Луна. Очень многие спрашивали, что я думаю о Луна в данный момент. Все зависит от того, сможет ли команда восстановить проект и реализовать те планы по восстановлению, которые они сейчас нарисовали. Но вообще так, по большому счету, это все игра в рулетку. Давайте таки обратимся к эфиру, что он нам говорит. Здесь очень хорошо виден уровень поддержки на 1730 долларов. И я говорил об этом, что эфир может туда пойти еще когда он был на уровне примерно 2700 долларов. Ну и на самом деле мы практически сюда и добрались. Ну и здесь уже находится уровень поддержки. Эфир отскочил на хороших объемах. Давайте посмотрим индикаторы. Стохастик в зоне перепроданности направляется вверх. RSI также в зоне перепроданности. Сквиз-моментум пока что в красной зоне. Давайте посмотрим на ботов теперь. Криптогуру-бот дает сигнал на продажу. Этого бота вы, кстати говоря, тоже можете получить на моем курсе по криптотрейдингу. Биткоин-индикатор-бот дает сигнал на покупку. Посмотрим теперь на 4-часовой таймфрейм. Я бы здесь подумал, что формируется бычий флаг на эфире.
на 4-часовом графике. Ну, не знаю, будет ли эфир расти или попытается все-таки пробить уровень поддержки, но поддержка здесь очень мощная. Посмотрите, что было еще в 2021 году. Вот здесь касание, еще одно, еще одно. Я не исключаю, что эфир все-таки сможет оттолкнуться, но если нет, то следующая цель здесь может быть уже на $1300. Хотя ближе есть еще одна поддержка на $1540. Ну, нужны хорошие объемы для того, чтобы эфир мог как следует оттолкнуться, но посмотрим, как пойдет дело. Перейдем на 4-часовой, может быть, там будет что-то понятнее. А давайте посмотрим, пробил ли эфир трендовую линию. Ну да, пробил, конечно. Это хорошая новость. А перейдем на часовой. Ну, в небольшом диапазоне ходит сейчас эфир от $1800 до $2100. В этом пределе... Ну, не знаю, сложно тут сказать что-то определенно. Возможно, по такой траектории пойдет эфир и опустится на $1820. Я думаю, что вот такой исход вполне вероятен. То есть, пока что на значительный рост эфира я бы не рассчитывал, но от уровня $1820 там может быть отскок. В общем, вот коротко то, что могло бы произойти и по эфиру. Ну, еще раз напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. И еще раз обращаю ваше внимание на то, что мы запустили Genesis Collection, запустили минтинг NFT в проекте Magic Craft. Переходите на magiccraft.io, узнавайте там детальную информацию, вы можете сминтить свой NFT, это внутриигровые персонажи, очень ограниченное количество, и сейчас идут как раз покупки этих NFT-шек. У нас в проекте есть, конечно же, свой токен, тикер MCRT, на CoinMarketCap он тоже представлен, вы можете посмотреть там всю детальную информацию, MCRT. Вот, кстати говоря, небольшой трейлер. В общем, NFT-коллекция запущена, и вы можете купить NFT прямо сейчас. Переходите на magiccraft.io. Узнавайте детали, регистрируйтесь и получайте свой NFT. В общем, это мои сделки, мое мнение по текущему положению дел на рынке. Эфир, я думаю, еще немного пойдет вниз. Подпишитесь на канал, где уже 74 тысячи подписчиков, поставьте лайк. С вами был Джеймс, криптогуру, и увидимся завтра.